27 студентов Саратовского госуниверситета из Турции подозреваются в употреблении наркотиков. В минувшие выходные сотрудники госнаркоконтроля провели в общежитии СГУ плановый рейд. Оперативникам поступила информация, что часть проживающих в общежитии студентов употребляют наркотические средства. По итогам рейда на медицинское освидетельствование были направлены 32 иностранных студента. Из них 27 граждан Турции, 4 Ирака и 1 Туркменистана. По результатам проверки признаки употребления наркотических средств подтвердились лишь у 4 иностранных студентов. Такие предварительные итоги сообщили в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по результатам экспресс-анализа. В настоящее время проводится глубокое исследование на более широкий спектр наркотических средств, результаты которого будут известны позже. Какой именно наркотик употребляли студенты и гражданами какой страны они являются, пока не ясно. Известно лишь, что иностранные студенты, употребляющие наркотические средства, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.